Как запустить гульп из любой директории? Для этого нам нужно скачать нод, скачиваем его, нажимаем пуск, заходим в нод терминал и вводим вот эту вот команду. Жмем Enter, и у нас пошла установка. Гульп установится вместе с этой командой. Вот у нас идет установка. Нужно подождать где-то минутку. Все, установка завершена. Теперь нам потребуется установить Gulp Global для того, чтобы мы могли запускать наш Gulp из любой директории. Для этого нам нужно ввести вот эту вот команду и нажать Enter. Также пошла установка. Установка завершена. Для того, чтобы попасть в другую директорию, допустим, на диск F, нужно прописать F двоеточие. После того, как мы попали в другую директорию, нам нужно зайти в нужную папку, где наш проект. Пишем SD. В моем случае это Google Диск. Далее мы пишем SD. И так мы пишем до последней папки, где наш проект. Мой проект находится в HTML схеме. Теперь попробуем запустить Gulp. Пишем Gulp. Идет обработка. Ну и вот. Браузер запустился. И Gulp работает. Всем спасибо за просмотр.